Телеканал КРТ представляє. Президент Володимир Зеленський затвердив річну національну програму «Україна-НАТО» на 2020 рік. Пане Олександре, зразу хочу так коротенько запитати, чи потрібно нам НАТО? НАТО, в принципе, бессмысленно в своем существовании, исходя из тех целей, которые декларировали в 49-м году при ее создании. То есть НАТО не нужно ни Украине, ни Америке, ни Германии, ни любому другому народу, который хочет на этой земле мира. Дякую. Чи потрібно коротенько спочатку? Да, нам нужно необходимо вступление в НАТО, если мы хотим сохранить остатки территориальной целостности, потому что Россия однозначно, ее аппетиты не были умерены лишь Крымом и Донбассом. И если бы Украина была в НАТО в 2014 году, я очень сомневаюсь, мягко говоря, абсолютно уверен, что Россия, Крым был бы по-прежнему украинский. Дякую. Отже, як ми переконалися, у нас сьогодні назріває надзвичайно цікавий батл, тобто присутні різні, абсолютно різні точки зору. Пане Олександре, на вашу думку, коли ми знаємо, що в статуті НАТО прописано чітко, що держави, які не мають територіальних проблем, які контролюють свій периметр, які мають економічні стандарти, стандарти судові, правоохоронних органів, чому і ти більше, наскільки я зрозумів, що поки Орбан на політичному обрії є, угорський прем'єр-міністр, так, нам взагалі нічого не світить? Смотрите, НАТО расширяется туда, куда ему нужно расшириться, независимо от того, это Северная Атлантика или не Северная Атлантика. В конце концов, Турция, ну уж никаким боком к Северной Атлантике точно не относится. Но зато Турция была очень удобна для размещения ядерных ракет, направленных на Советский Союз. И я напомню, что ядерные ракеты и вообще вот ядерные носители, авиационные носители были размещены там даже раньше, чем советские ракеты появились на некоторое время на Кубе. Это к вопросу об агрессивности или неагрессивности. Я также напомню, что все-таки блок НАТО появился в 49 году. А в 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. Но если вы такие миролюбивые, хорошие, давайте будем все вместе мир охранять. Тогда Хрущев обратился к руководству НАТО. Послали. Послали. В итоге Советский Союз был вынужден создавать собственный блок. Организация Варшавского договора была создана уже после этого. Что касается Израиля, но он же не граничит с Россией. Зачем втягивать Израиль? Он не нужен, не нужен НАТО для размещения ядерных ракет, не нужен для размещения баз, не нужен для проведения своей агрессивной политики. Поэтому, если бы он был нужен, не обращали внимания на то, что маленькая территория, не обращали внимания на то, что есть определенные территориальные внутренние проблемы. В конце концов, у Турции тоже война идет, причем Кипр, горячая война на востоке. Нет, горячая война на востоке со своим собственным населением идет в Турции, то есть с курдами. Ну и плюс Кипр. Тем не менее, на это наплевали. Я могу вам сказать, что у вас три четверти ваших зрителей люди с головой, потому что правильно женщина сказала, НАТО действительно, НАТО ничего хорошего не несет, кроме главного акционера, этого НАТО, и фашисты в том числе. Вы еще НАТО. Расскажите, что, допустим, генерал Гелен не имел никакого отношения к строительству Бундесвера. Вы тут зубы не заговариваете телезрителям. Понятно. Я вам задал конкретный вопрос. Да. Германия, фашисты были соучредителями конечно, НАТО. Конечно. Это сотни генералов, офицеров вермахта принимали участие в создании Бундесвера, БНД и структур НАТО в том году числе. Вступила ФРГ? Значит, первое. Второе. Вы, вопрос, вы про даты на говорите. Тогда давайте вернемся к датам. ФРГ на тот момент еще не существовало. Аустерлиц в каком году? 1805. А Суворов в каком умер? Я ответил на ваш вопрос, что поэтому, это была та же поэтому, армия, и она показала наполеоновской армии поэтому, реально свой потенциал. Поэтому, и как они драпали, поэтому, когда французская армия перешла давайте, на территорию России, дуже, вы тоже должны прекрасно знать. Нас, хотя учитывая драпали. Ваши реплики относительно того, что Германия, да еще фашистская, была сооснователем НАТО, у меня есть серьезные, необоснованные, обоснованные сомнения в ваших знаниях. Подождите, Руслан, он формулирует вопрос, фашисты учат. Участвовали, я и говорю, участвовали фашистские генералы, фашистские кто офицеры. Кто подписал устав НАТО? На уровне отдельных личностей, либо государств? Вы бредятину говорите. Ну, взяли идеологию, взяли людей. У нас будут... Они использовали опыт фашистов. Нас... Ну, вы меня извините, РУА, нет, я вас полтора не... миллиона я русских воевал я на стороне фашистов. Я вас не извиню. И я с вами, да надо меня я извинять. За адвокатом фашистов примиряться не буду. И адвоката фашистов я никогда не извиню. У нас есть наступная тема, але перед тем есть два телефонные звоночки. Доброго вечера. Пожалуйста, выходите. Ваше запитание. У меня вопрос к собеседнику, который в красной кофте и в темных очках. Я, извините, не знаю фамилию. Олександр Семченко, доктор политических наук, будь ласка. Ну, отлично, доктор политических наук. С
историей, наверное, не очень знаком, доктор политических наук. Питание. НАТО основали Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Франция. Это страны антигитлеровской коалиции, насколько я помню. А фашистские преступники были осуждены Нюрнбергским трибуналом, в котором в том числе принимал участие и Советский Союз, как обвинитель. Все преступники были обвинены, приговорены к различным срокам заключения, смертной казни очень многие. С этим решением Нюрнбергского трибунала согласились все его участники. И вряд ли фашистские генералы, в том числе их пособники из стран бывшей антигитлеровской коалиции, принимали участие в создании НАТО. Ну, как-то ответить можно? Так, ні, зараз хвильку, у нас є ще тема, де ви зможете нормально посваритися. Це був лікбез, розумієте? Це була тупая глупость. От сказано, зараз була тупая глупость. По поводу того, що Великобританія не мала ніяких планів нападення на Совєтський Союз. Як бути з планом немислимое, який був розроблений ще в апрелі 45-го года, який підразумевав використання, в тому числі, німецьких дивізій для того, щоб напасть на Совєтський Союз. І тільки просчет того, що вони не зможуть сломити Совєтський Союз, перше, второе. Отказ американцев в этом участвовать заставил отказаться от этого плана немыслимо. А как быть с массой планов ядерной бомбардировки украинских, в том числе городов Советского Союза? Как быть с планом Брандфорд? Уже сколько времени прошло, как американцы взломали русские архивы? Был хоть один план нападения Советского Союза на Америку? Та ну що ж вам гавкає? А можна по черзі? Ви можете не гавкати, а? Все, тихіше. Все, а давайте не переходимо до особи. Є щось один раз, закрой. Тихіше, ви що? Щоб ви не забудете, аргументи. Що? Шановні, кандидат наук, доктор наук. Ого, оце рівень дискусії. Тихонько, рискни. Я би тебе врізав, але везде поліція працює. Рискни. Можуть закрити. Тихіше. Давайте таким чином. Все, можна отрохи стрибувати? Ну, все, йдемо далі. Давайте. Кончена, необразована.